Hey, yo, what's up, guys? Всем привет, всем здравствуйте. С вами, как всегда, я, Леха, канал Hard Games. Ну, Hard Play, в смысле, на месте, да. Хотел я начать проходить God of War. Честно говорю, новый. Потихонечку, не спеша, на хардкоре. Но, знаете, что-то какие-то отголоски к Dead Space'у. Третьему, который мы с вами проходили. И какой-то интерес к этой игре, он, наверное, переборол мое желание поиграть в God of War пока что. Давайте попробуем сделать следующим образом. Я запишу 3 серии по этой игре. Если вам зайдет, то я думаю, что мы просто возьмем ее и целиком пройдем. Игра с какой-то ультра жестокостью, поэтому прям настоятельно рекомендую. Серьезно, если кто-то с малыми будет смотреть, к чертовой матери убирайте от экранов, потому что, ну, это что-то реально, она какая-то очень жесткая, она прям невероятно лютая. Поэтому всем приятного просмотра. Сразу же, ребят, лайкос. Давайте 5000 лайков, следующую серию выгружаю. Не забывай подписаться тоже на канал. Ну и поехали. Попробуем 2К разрешение, надеюсь, не будет лагать. Подожди, а почему я задумался вообще? Чуть-чуть я всегда поярче вижу. Чуть-чуть. Так вот где-то. Что-то она какая-то бешеная. Свет, если что, ребят, я специально такой оставил. Понял, принял, вычеркиваем. Графоний серьезный, очень серьезный. Пока что. Прям. Если и в игре так же будет, то очень реалистично. Я понял. Я чувствую, игруха будет очень веселая. Shocking footage from Europa. A brazen attack by the Outer Way terrorist group, led by the notorious Danny Nakamura. That's enough. We got a job to do. This is Callisto Hangar Control to UJC Charon. You have cleared the security perimeter. Roger, Hangar Control. Laying in course for Europa Station. Мне читать или не надо? Я, в принципе, субтитры крупные сделал. Могу, в принципе, почитать, не проблема. Если читать, протопите, могу почитать. Окей. Back and forth, Callisto to Europa, okay. All this additional security. It's a prison moon, Max. They take the security pretty serious. And what about the attacks? Huh? How do you explain that? Well, by the Outer Way. They've been hitting targets all over the sector for the past 6 months. We got a yellow light in the cargo hold. That's probably nothing. Well, it's still worth checking out. Короче, это их последний какой-то полет, ну как обычно. Live longer. Да ладно. You going or what? Не дурно.
Аудиозаписи и личные данные. Нажмите клавишу Tab, чтобы открыть инвентарь. Кнопку Page Down, чтобы выбрать меню личных данных. Нажмите Enter. Сейчас разберемся, я думаю. Page Down. Я бы не сказал, что... Подождите. А, Alt. Personal log. We're docked at Callisto Hangar. Can find the quarters while they load the cargo. Max has been on my case about these Europa runs. Атмосфера. Done jobs like this before. Don't know why he cares so much now. The cargo hold, Jacob. It's just a job. Come on, man. Go check it out. Gotta keep your head down and your mouth shut. Атмосфера, братцы, очень серьезная. Да, обосраться можно, если с такой графикой. Камера очень крутая. По крайней мере, на данный момент. Жаловались на оптимизацию этой игры. А колоде все равно. I should check out the rest of the ship. Хорошие наушники Razer. У меня чуть сердце нахер не отлетело. Тут очень круто звуки сделаны. Напружная музыка хорошая. Жилое проникновение пошло. Dampening field still in effect. Not for long. What do they want? How should I know? FPS, да, в игре иногда падает во время каких-то действий, но я думаю, что это оптимизацию еще не подвезли. Уж так она вообще гладенько идет. Fuck off, ёпта! Домой! Ты чё, конченая? Твою мать!
Где проблема из-за баб? Ёб твою мать! Не смей дырявить мой баркас, блядь! Давай, роднулечка, давай! Хорошо! Че, пацаны, погнали, ебаный в рот! Ебаный в рот! Отче наш, жизнь на небесе, да светится имя твоя! Хуй, блядь! Эй, блядь! Пугай, Хьюстон! We're not gonna make it! Yes, we are! Watch out! Hold on! Bring Господи! Поехали! Хе-хей, блядь! Приехали. I told you not to worry. Max. Hang on, buddy, I'm coming. Hey. Whoa. Chico. Why didn't you listen? Братан! Hey, come on. Всё, да. One life sign detected. Здорово, Четлане! Continuing search. Black Iron Security, you the pilot? Yeah. And him? He's gone. And we'll just need the one. Okay, let's get you out of here. Manifest says you were running cargo out of the hangar. Don't get many of you freelancers out here. I was just doing my job. Don't I know it? All regulators enabled. First ship I ever lost. We were boarded by... Let go of me! Вот она! Гадость! She's the one who... Я тебя сейчас тёщу навандрючу! You do your job. У сука! Let me do mine, honey. Давай один на один! Yes, sir. Сними маску с нее! Whatever you say. Grab him too. Да за что? Hey! I didn't do anything! Фу, блядь! За что? Вот гадость, а. Никакого уважения к пожилым киберспортсменам. Все, да. Слушай, ну атмосфера и начало просто прям... Тут графонии и звуки решают. Не, графика сильная в игре. Реально сильная, прям... Fuck you! Way too. No, fuck you!
bitch! Okay, Inmates, do not speak unless they are spoken to. Wait, there's been a mistake. My name is Jacob Lee. I'm not an inmate. You were inmate. 532-521. You address me as Captain Ferris. What? No. I'm just a cargo pilot. Какой заключенный? Хорош! By her. She crashed my это все ты! Ты во всем виновата! Speak of the devil. Choice. Every choice in your life has led you here. To this moment. To this place. The only place where you truly belong. To find the one thing that has always been missing. A purpose for your meaningless life. This is why. Мне нельзя в тюрьму, блядь. Я красивый. We will find the purpose. Welcome. Я там продырявит. I just love that last part. Не хочу. Gives me chills every time. End of the line, get up. Не хочу, блядь. Не хочу меня. Ну куканит там. I gave you a direct order. This is not right. I don't belong here. Listen. You know they call Callisto the dead moon. Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. I mean, shit. As far as anyone else is concerned, you are dead. It's time. Будешь потом как Коля Буравчик. Чем, говорит, его продырявили? Пулей? Членулей? Не хочу в тюрьму, не хочу, блядь, я обычный пилот. Сука, за шо, блядь, за шо, деда? Because you're crossing over to a new kingdom. So whatever it is you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Как пропеллер сейчас буду крутиться. It's entirely. Убери от меня руки твои. Surprise, gentlemen. Начинается. Okay. Grab her. Стоят два стула. Пацаны, как правильно в хату заходить? A division of UJC Corrections. Proceed immediately to new inmate processing. Hey! Stop it! Это что, БДСМ вечеринка? Я не хочу! Стой! Не надо! Дядя, не надо! Я все расскажу! Все расскажу! Не надо! Стой! Какие перчатки латексные? Dr. Caitlin Marler, an aspirational... Стой, женщина, стой! Это ошибка, блядь! ...with a core device. The doctor, he's not in the system. We don't know... Just prep the device. Какое устройство? Не надо! No! No! You're a goddamn doctor! Yes, and I intend to faithfully execute my responsibilities. Try not to move, it'll only make things worse. Oh, fuck you! Doctor, he's flatlining. Injector. Все, да? Попили пивка? Как живой, но, сука, не живой. Найс. Все.
Trill. Please, remain calm. There is nothing to fear. What the hell? Something's not right. Что происходит? Охренеть. Может, кого-нибудь оружие есть? I got thrown in here, and then I woke up to this. Well, look. You're that pilot they just brought in, yeah? Yeah, well, look, I've been in here half my life. I know this place. I've got a plan to get out. If you help me out of this cell, I'll help you, yeah? Look, you can use this to get inside a control room across that bridge. You can open my cell from there. My name's Elias, by the way. Jacob. Don't lose it, Jacob. I might just save your life. Don't leave me hanging. Я у мамы электрик. Чё, блядь? Опа! Дождь, сука! Дождь! Не, сюда, блядь! Ёб твою мать! Где? Бан, блядь! Сука, сектор бан на барабане! И ваше очко уходит в зрительный зал! Бог простит. Эй, бля! Здорово! Ёпта! На, сука! У меня игра аж вылетела. Подожди, это получается на ходу прям надо доджить? Подожди, а как расстояние тогда с ними разрывать?
Прикол. Я думаю, знаешь, что надо сделать? Надо 1080, да, сделать. Здесь FPS все равно. Он во время боя, он улетает, FPS. По оптимизации пока... По оптимизации пока слабоватенько. Чуть-чуть надо ее это фиксануть. Не, уклоняться. Причем здесь, знаешь, как, что надо понять? Надо понять реально, как уклоняться, потому что... Это прям максимально быстро. Сейчас, секунду. Твою мать. Где это было-то? Понял я. Блядь. Подожди-ка. Сейчас, секунду. Бля, ну по боевке здесь будет очень жестко. Я не понимаю, как он быстро не может отпрыгивать. То есть движение более линейное. А как же с ними реально разрывать дистанцию-то, блядь, с этими идиотами? Сейчас будем смотреть. Ну, А и Д. То есть здесь чисто у ворота, что ли, игра сделана? То есть отходить, да, он не может, персонаж. Сейчас. Мне похуй на этот трусификатор. Успокойся уже, блядь. Никто сейчас не будет им заниматься. Живи, что я игнорю. Я не вижу, где... Подождите, где была эта тема с разрешением? Дисплея нету. Здесь же было вроде. Куда делось? А, он опять скипнулось без полей, что ли? То, про что и говорили, да. В игре есть свои приколы и по оптимизации, и по всему остальному, я понял. Ладно, сейчас надрочим, настроим. Я только не понял, зажимать кнопку для уворота или нажимать ее? Это вот спорное дерьмо. Зажимать. А как же зажимать, если он... Ну сейчас, ладно, сейчас надрочимся. Сейчас я маленечко покликаю. Сейчас, ребят, я разберусь, блядь, с управлением. Очень сложно здесь все пока что. Не так все просто. Не просто тебе дали ствол, и ты пошел долбить налево-направо. Не. По-моему, нажимать нужно. Ну, от вот этих вот упырей я нажимал
просто нажимал кнопку. Там не было, не было сказано зажимать. Прикольно. Так, продолжаем. В графике вообще, по-моему, ничего не изменилось. С какой стороны удар, туда и, короче, нажимаешь, я понял. Бан, блядь! What the fuck was that? Охренеть. Давайте посмотрим, может здесь что-то есть. Жесть. What you doing? Удерживайте кнопку А и Д до атаки врага. А, удерживайте. У вас не будет времени на подготовку, просто удерживайте кнопку, нажатой до удара. Чтобы уклониться от серии рукопашных атак, удерживайте кнопку А, затем переключитесь на кнопку Д и удерживайте ее до конца атаки, чередуя таким образом А и Д. Никогда не уклоняйтесь в одном направлении более одного раза, иначе не удастся выполнить последовательность движений. Прикольно. Еще одной схватки я не переживу. Jacob, over here. This case no good. Console's not responding. Back there, I just saw something. It attacked me, and it didn't seem human. What do you want about? I know what I saw. Look, this place can mess with your head, but this is our chance. Whatever it was you saw, it's all the more reason to get out of here. You see that watchtower? Yeah. That's our first stop. Meet me there. How? Группа по пинать, окей. Take it up to the next level. I'll be in touch. Got it. Давай вернемся, трупы попинаем, попробуем. Может, что-нибудь даст. Как там, пробел? Короче, как в Dead Space, поняли? Может, ХП какой-нибудь вывалится или еще что-то. Давай попробуем. Ребят, веселье полным ходом идет. Я не вывезу еще одной драки. Понял. Вопросов больше не имею.
жестко. Просто бешеные типы. Это хлещи реальные истязания шестого в Диабло. Жесть. Очень жестко, но интересно. Да сейчас надо просто придрочиться, я уже примерно понял механику. Но механика боя, честно говоря, не очень интересная. Такая очень линейная довольно. После победы над врагом нажмите пробел, чтобы пнуть его тело и получить предмет. Соберите их. Чисто Dead Space-овская тема. Плюс ХП, хорош! Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Для замкнутого пространства это очень печально. Сейчас встанет, чекай. Впереди встанет, 100%. Одновременно с ним, короче, бить нельзя. То есть надо два удара ему давать сделать. Я понял. Два удара надо давать делать ему. Жесть. Просто жесть. Я, честно говоря, в шоке сижу. Да бля, увернулся! Дроп где мой? Сука. Просто на один удар. Вообще 0 хп, я не знаю, как я сейчас выжил. Он у меня... Еле идет, чувак. Что вот это такое? Секунду. Ищите закрепленные на стенах шкафчики с восстанавливающими инъекциями. Не понял, на что восстанавливать. Найс восстановило вообще просто. На один удар. Хардкор. Лайс,
Something's wrong with the elevator. I'm heading down, not up. Damn! That means you're headed to Solitary. You can still reach the watchtower. You just have to go the long way. Just be careful. They keep the real crazies down there. Приятного аппетита. Стопудовая заруба здесь. Меня зовут? Пошел нахуй. Нахуй! Дурак неумный. Что это такое? Чего? Я про... Что? Можно продать за кредиты. Шесть тут звуки. Нападешь, сосешь. Просто жесть. Кредиты какие-то. Видать, игровая валюта какая-то, кредиты. Зачем? Твою мать, что происходит? Хорош вы чё, я... Это же не хоррор, по идее. Подождите, не может такого быть, что здесь просто так. Подожди. Спасибо. Понял, принял. Ящички вот эти тоже надо разбивать. Ну-ка вылез. Пиздюк. Поближе хорошо. Стены полезли руки. Не пугайтесь, это глюки. Понял. Хэдкраб, а? Бля, у меня аж ладошки вспотели.
Волыну дайте какую-нибудь. Инъекцию дали. Хорош. Живем, 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 живем. Нормально, нормально, нормально. Пока живем, ребят. Потому что на хардкоре они вообще просто хп набревают. Я не знаю, мне... Жестко, очень жестко. Жми кнопку, а быстрей! Elias, found the elevator, heading up now. Good. Now this detour might actually work for us. There's a weapons lockup just past the infirmary. Good place to gear up. Камера с оружием. Need to watch out now. Security units are back online. А вот то, что роботы в строю, это очень плохо. Force has been authorized. Area secured. Moving to medical sector. Сука. Scanning for active core signatures. Мощная машина. Дурак совсем, что ли? Обосраться просто можно. Что происходит? Тут не знаешь, сука, откуда прилетит. Ты же не идешь за мной? Чё, гонишь? Это чё, тупик? Всё, да. Ha!
Уходи. Куда дальше-то лезть? Что, все? Что делать? Может, к нему подойти надо, но он тупо стоит. Я понял, не надо было к нему подходить. All hostile target. Я так понял, он забаговался, что ли? Тут вариантов тогда не было. Не-не, это баг. Он стоял, да, просто тупо. Как же, подожди, как же от него? В какой-то комнате заспаунил. Сука! Сука, блядская! Короче, это куда-то надо вставить. Personal log, Dr. Caitlin Marlow. Arrived at Black Iron today. Met Cole for the first time. He's authorized me to restart the program. Won't be easy, but I trust in my team. They, as I, understand the promise here, the opportunity that lies ahead. Если честно, мне больше стрёмно за вот этих роботов конченых. Я уже к вам приноровился немного. Пиромен хренов. Че, по ХП нету, ничего? Подожди, а как назад-то в этот? Погоди. Как назад в этот-то вернуться в инвентарь? Кстати, вот эту еще, по-моему, не слушали. Альт не работает. Какая-то другая кнопка. Personal log, Dr.
Подожди. А, вот, вот отсюда, наверное, альт, ага. На отхил нет ничего, все нашел. Опять на полуиздыхание. Красиво. Шел бы ты в очко, друг мой. Не бойтесь изменений. Ага. Графоний сильный. Я бы тебе сказал, где я. Бля. Двое? Что? Как? Как доджить? Сука! В очередь, сукины дети! В очередь! Антисучий спрей, блядь! Такая. Я, блядь, чучу на мандрючу. Давай, блядь, сюда. Бан, сука. Всем бан. На, сюда тоже. Шо? Куда лезем? Да, кредиты — это наше все. Один год Counter-Strike, 22. Jacob, you find anything? The lockup had already been raided. All that's left is this baton. Stun baton, yeah. Those things do pack a punch, dog. Хорош. Что, дурак? Пойдет. Жми на все кнопки. Что-то нажал. Сука такая! Что ты на это скажешь, Илон Маск? Я устрою. Падла. Надо что-то с ХП делать. На характере просто играем. Реально на характере. Здесь и бежать-то особо не хочется, чтобы успеть хоть как-то их законтрить. Очень быстрые типы.
Блин, какой-нибудь бы хоть бы ствол дали. Если честно, мне с трубой в руке как-то было бы маленько поспокойнее. Я думаю, зрителям тоже. Хорош. Почти фул. Да в смысле? Нихуя! Ты друга, что ли, привел? Че по хп, ребята? Такая. Да в смысле? Чуть хп пришло. Сразу хочу сказать то, что довольно дебильная такая тема. То, что они разом не нападают. То есть все такое довольно линейное. Есть такая тема. С боевкой здесь нафакапили, как я считаю. И очень линейная боевка. Прям простая-простая. Блин, только что как-то менял же. Подожди, сейчас все-таки разберусь окончательно с этой темой. Не Alt, а какую кнопку-то я нажимаю здесь постоянно? Написано Alt. Твою мать. Как-то я... Escape. Escape и Alt. Во! Все. Все, 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 все. Нет тут ничего вкусного.
Может, что-нибудь здесь есть? Нет, просто тупик. Вообще ничего нет. Пусто просто. Не, я отсюда пришел. Самое начало, да. Ладно, ничего страшного, протестили. Но атмосферка сильная. Ну что, ребят, давайте именно в этом моменте сделаем первую серию. За боевку поставлю минус. Атмосфера, звуки, конечно, шикарные в игре, просто потрясающие. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я думаю, что дальше будет интереснее. Как раз разобрались, как бить, как что делать. Так что будет, я думаю, дальше интересно. Ссылку на все соцсети оставил внизу в описании. Ссылочку на плейлист тоже. Удачи!